Самый настоящий экотуризм под нескончаемые музыкальные хиты. Радиостанция DFM дарит незабываемый отдых в шатрах-полусферах первого глэмпинга в Самаре. Чтобы получить заветный приз, слушатели радиостанции 102.9 FM должны были угадать количество звезд на звездах. 31 августа по 11 сентября в рамках программы Party Time у нас шел розыгрыш «Звезды в звездах», где участники, слушатели должны были дозвониться по номеру 3041-102.9 и предположить, сколько звезд находится на изображении звезды DFM. Конкуренция была очень большая. После объявления того, что конкурс начинается, с этой же минуты начинали звонки. Слушатели устроили настоящую баталию, чтобы получить заветный отдых в глэмпинге. Но Екатерина Рубейкина все равно решила попытать удачу и не прогадала. Уважаемая Екатерина, поздравляем вас с победой в розыгрыше DFM «Звезды в звездах» и вручаем главный приз «Уикенд в глэмпинге». Мне казалось, что очень много желающих было, но я в числе лучших, наверное, оказалась. Да. Спасибо большое DFM. Мы очень рады с семьей, что поедем, выберемся наконец-то из этого города. И мы очень счастливы. Представители DFM отмечают, что количество участников и внимание к конкурсам радиостанции с каждым годом только увеличиваются. Потому слушайте DFM и следите за конкурсами в эфире 102.9 FM и в социальных сетях.